Всем привет, с вами Артём Рейсинг, и сейчас начинается четвертая серия по игре This War of Mine. Ну, как вы видите, я уже снимаю немало, мне она действительно понравилась, она меня действительно зацепила. За прошлую серию я получил такой, ну, небольшой упрек от Алексея Савельева в том, что некая унылость, что ли, присутствовала у меня. Ну ладно, попробую сегодня немножко веселее. Пятый день, начинается пятый день уже в войне. Возвращается уставший, замученный один из наших игроков, вернее, один из наших персонажей. И на нас напали, но Павло получил небольшое ранение, зато у нас осталось все на месте. И мы добыли некоторые лекарства, так что точно у нас прошлая ночь была достаточно удачной. И чем же вы сейчас занимаетесь? Так, ты у нас очень голоден, но у нас есть какое-то количество сырой еды, что достаточно хорошо. Для этого не хватает овощей, но тут только одну, увы, можем сделать. Хотя, так, стоп. У нас лучше всего готовит Бруно. Поэтому будем мы сейчас просить, чтобы он приготовил нам. Так, давайте для начала сделаем еще немного топлива. Так, Бруно, потихоньку. Да, ну, скоро будете есть. Скоро, потерпи. Ты, Марко, устал. Пожалуй, возьми немного, полежи. А Бруно у нас сейчас начинает готовить. Что же мы сделаем? 2, 3. У нас хватает на все. Ого, даже 4. Нет, нам хватит 3. Сделать. Ну что же, все будут сейчас, все хоть что-то поедят. Очень удачно. Как бы то ни было. Павло, который достаточно отдохнувший. Ты у нас ранен, но я так понимаю, от ранений таблеточки, разные микстурки не сильно помогают. Так что сходи, поешь. Ай, уехать из города. Тебе и тут замечательно, друг мой. Ох, молодец. Ну, слушай, это лучше, чем ничего, согласись, а? Давай, ну и ты у нас возьмешь и немножечко попитаешься. Что, самокруточку будешь использовать? Да, покурит. Ну ладно, что поделаешь, дадим ему немножечко расслабиться. Что же у нас в этом доме есть? Так, окей, пойдем. Как я вовремя сюда подошел. Неторопливый Павло. Опа, ох, хорошо. Только не дай бог вы много за это попросите, а? Так. Так, помочь спасти. Интересно, это как-то отыграется на будущем сюжете, на чем-то. Ну, хорошо. Хорошо. Может, это как-то потом отразится на игре. Надеюсь на это. О, хорошо, хорошо. О, и спокоен, спокоен. То есть настроение поднимает так. Сильно устал у нас Марко. Так что сходи, сходи, полежи. Полежи, отдохни. Так, стоп, не сюда. А, на-на-на-на-на-на. Так, ты, Павло. Павло, зайди сюда. Что же мы можем сделать такое интересное? Так, плита у нас есть. Так, радио. Могли подготовиться к трудностям, но если бы знали их заранее. Когда новостей нет, мы можем слушать музыку, чтобы поднять себе настроение. Так, коллектор воды дождевой, фильтр для чистки. Ну, сделать, давайте мы сделаем фильтр. Так, и куда его можно поместить то куда его можно поставить? На самый верх? Или вообще разницы не имеет? Так, ну давайте тогда поближе к кухне, может быть. Или, ха, на кухне тут ничего и нету. Ну давайте тогда
этажом выше, а может даже двумя. Ну, здесь как раз у нас ничего нету, или наоборот ниже, не знаю. А тогда лестницу забаррикадирует. Так, ну нормально, ладно. Поставлю-ка здесь. Поставлю-ка я это все здесь. Бруно, голодный и уставший. Ты у нас... Давай ты у нас посмотри, может быть, что-то действительно можно сделать. Что-то еще. Спускается. Ну, я понимаю, что вы хотите есть, но вот, ну, потерпите. Ну, я понимаю, что... Ну, вот. Так, и не хватает нам компонентов. Все. Только на стул, но как-то стул. Стул это стул. Поэтому все-таки я... Надо будет нам где-то поискать компонентов. Пока тут в доме делать совершенно нечего. Ты сильно устал. Ну так почему ты у нас не идешь ложиться? Дружок. Так. Понятно. Угу. То есть для того, чтобы получить воду, нам нужен еще и фильтр одноразовый. А чтобы сделать одноразовый фильтр, нам нужны компоненты. Ну, все как обычно. Ну, работать без отдыха. Ну, ты ложись, ложись быстрее, давай. Какое некоторое облегчение. Что-то как-то вы не сильно хорошо. Ты у нас, Бруно, все. Слушай, ты немного куришь, а? Кошмар. Так, ну, фильтр... Для фильтра нам хватает компонентов, но... Блин. Ладно, выйдем мы в этом... В как ее? Ночью в город. Тогда найдем компоненты и построим, будем жить просто все замечательно. Книга, ох, сколько книг. Драгоценности, материалы, компоненты, которые... Так, запчасти, сахар, фу. Да уж, сахара у нас немерено. Доски, электрические детали. Отмычка. Лом. Так. У нас лекарства из трав есть. Сырая еда. На основе трав. Ладно. Ждем ночи. Ждем, что же тогда у нас произойдет. Мне показалось, ли он моргнул? Что? Наверное, это глюки небольшие. У меня лично. Павло голоден, легко ранен, спокоен, спать не хочет. Ты достаточно устал. Я думаю, что в скором времени нам даже придется ставить, что ли, еще одну кровать куда-то. Вон сколько места у нас. Гляньте-ка. Облегчение у тебя. Уй-я! Опять не тем человеком. Но мы никуда, в общем, в данный момент не торопимся. Согласитесь, да? Да. О! Ничего вы сделать не можете. Ничего. Вместо этого коллектора могли бы кое-что собрать. Ну, знал бы я, что для этого нужно еще немного... Этого... Тьфу. Как ее? Ай, ладно. Короче, возьмем компоненты вообще на будущее. Ну что, думаю, радио можно взять там. Обогреватель. Пока тепло. Пока на улице тепло. Самогонный аппарат. Ну, обменять на нужные вещи. Только не ожидайте слишком многого, но... Однако что-то, но для этого все равно нужны компоненты. 14, 7. И на кровати еще 6. Короче, похоже, собирать нам это все не один день. Ну ладно, потерпим, подождем, доживем. Ты что, опять курить пошел? Слушай, ты скопытишься не на войне, ты скопытишься тут. Тут, прям на стуле этом. Не многовато ли тебе, а? Слушаешь,
меня нет слов. Ну вот, наступает ночь. Так, разбомбленный дом. Дом для двух семей. Половина дома разрушена, в другой живут люди. Недружелюбны. Да, не, мне не надо проскакивать. Небольшая, но роскошная. Вооруженные бандиты. Крики, лучше держаться оттуда подальше. Да уж. Так. Ты спи в кровати, потому что устал. А ты охраняй, ты у нас не уста... Хотя... Хотя иди лучше, Павла. Снова... Добытчик, а ты охранник, у Павла немножко больше этого. А если разбомбленная школа? Недавно отряд ополченцев, возможно, они готовы торговать. Немного еды, огромное количество материалов. Так, трущоба посещена. Обитель, угу, избежали, говорят, что теперь в доме... все понятно. Ну, давайте, что ли, в школу. Ну и... Что нам взять? Давайте мы возьмем лом, наверное, на всякий случай. Ну и одну отмычечку. Пойдем добывать. Да, бедные дети. В общем, доходим мы до школы. Уже какой раз, какой день у нас на все эти походы идет Павла. Угу. И что он нашел? Он нашел некое удобрение и два материала. Нормально. Все берем. Теперь погляди. О, шаги, шаги. Два человека, два человека. Так. Ну. Не знаю, возможно, они наполовину дружелюбные, может быть, нет. Но все-таки бегать и шуметь не стоит. Так, кто ты? Ты кто? Так. И что, мне что-то с тобой можно сделать? Угу, угу. Так, что я хочу? Огнестрельное оружие и патроны. Так. Так, довольно распространенный. Да, я, кажется, кое-что на обмен с собой не взял. Дурак я. Дурак. Так, ну давайте все-таки фильтр возьмем. А компоненты у них есть. Компонентов у них и нету. Что мы за это? Ну, давайте эти удобрения и вот это... О! О! То, что я собрал нам на оружейные детали. Ну, думаю, они нам все-таки пригодятся. И фильтр. Договорились. Отлично. Отлично. Все. Ну и дальше что нам... Что мне делать? Так... Осторожничаю, ужас. Так, здесь... Кажется, пусто, но давайте-ка зайдем сюда. Надеюсь, что людей тут нету. Ну что же, что? О, нашли. А, нет, это наши. Вот они, вот они, вот они, мои любимые компоненты, которых я так ждал. Порох, отлично. Если что, доски потом выкинем. Нормально. Здесь искать, это что означает? Куча... А, посмотреть. На одной из них изображен значок самолета и текст. Не подходите к ящикам с гуманитарной помощью, это может быть опасно. Сообщайте обо всех ящиках на ближайший блокпост. Ополчение. Здесь у нас кто-то есть, здесь у нас никого нет. А, не открывается. Ну, шуметь не будем. Я все-таки немножечко поосторожничаю, наверное, да? Здесь, похоже, собирать особо нечего, так что...
Пойдем-ка мы домой. Я слишком осторожен, но все-таки думаю, это никогда не помешает. Пошли, возвращаемся. Возвращаемся домой. Возвращаемся к выходу. Так, он говорит, пойду подышу. Так, стоп. Стой сначала здесь. Шаги раздаются. Не знаю, пойдет он. Что здесь еще можно что-то найти? Типа, вернулось это. Или нет. Ну ты уже здесь был в этой куче, просто вышел снова. И еще материалы. Круто. Но у меня больше слотов нету, так что пойдем домой. Я не буду жать кнопку «бежать к выходу», потому что при таком количестве народа бежать я не готов. Или хотя стоп. Дайте-ка поднимемся мы сюда наверх. Может, кучу какую раскопаем, посмотрим, что тут да как. Отлично, добрался, поднялся. Ну и... Так. Это ж, надеюсь, не сильно шумная работа. Иди, дорогой наш Павло. Лопата, да, мы забыли лопату. Вернее, не взяли лопату. Ну хорошо, немножечко покопай руками. В следующий раз буду более внимательным на это все дело. Ну что, давай, копай. Чтобы, я думаю, это вознаградится нам какой-нибудь мелкой фигнюшкой в этой куче. Если нет, но все равно мы пойдем в дом, вернемся. Тем более времени осталось-то не так много. Ночь уже потихоньку заканчивается. Так. Давай. Уже 2:10. Ну, поторапливайся. Время, оно не вечно, сам понимаешь. Павло, который хочет есть, который легко ранен, но он совершенно спокоен. Потому что он знает, что делает. Leave me alone. I know what I'm doing. Ему бы еще мороженку, все супер. Он будет спокоен. Так. Молодец. Все, теперь иди сюда. Иди сюда. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. И что же? И мы нашли тучу компонентов. Так, компоненты нам нужны немного больше, чем доски. Так, еще сколько мы... Так. И сколько у нас тут мест? Супер. Ну вот, в общем, компонентов набрали немало. Отлично. Я доволен. И тогда пойдем к дому. Пойдем домой. Но я думаю, Павла никто не должен уже причинить больше какого-нибудь вреда, каких-нибудь плохих вещей. Надеюсь на это. Ну что же, мы выбираемся из этого дома. Я пока прекращаю видеозапись, дабы игра не вылетела, понимаете? На дворе 6-й день. Надеюсь, что на нас сейчас не нападали. Так, хотя кто знает, я думаю, что наш дорогой молодец справился, все сделал. Ну что же, вот такой уставший, замученный. Прошла спокойная ночь, отлично. Павло занимался поисками провизии и нашел кое-что интересное. Причем не просто кое-что интересное, а кое-что очень интересное. Так, теперь, раз ты у нас уставший, Марко у нас просто хочет есть. Так, у нас все просто хотят есть. Ну тогда Бруно, я думаю, мы сможем приготовить. У нас хватит на это вещей некоторых. Так, ты спи, а ты, наш дорогой Марко, попробуй что-нибудь смастерить. Пожалуй. И так, для начала можем мы вареной еды, правда, только одну тарелочку. Если сделать 3, то у нас не хватит воды на все это, поэтому придется сделать только одну. Ну, делаем. Кого-нибудь из них накормим, выберем кого.
И что же, у нас компонентов уже немало, и мы можем сделать несколько интересных вещей. Так, верстак есть, аппарата нету самогона, но давайте что ли сделаем им что-то повеселее, чтобы они могли радоваться и слушать радио. Сделать. И давайте разместим его недалеко от кровати, наверное. Сюда я хочу поставить еще одну кровать. Так не пойдет. Ой, ладно. Тогда давайте сюда. Здесь тоже нет места. Окей, окей, окей. Сейчас как-нибудь разберемся. Так, ванная. Ну, давайте к коллектору воды. Или где у нас еще есть места? Где у нас еще есть места, где они частенько обитают. Наши дорогие молодцы. Ой, что я сделал? Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Сюда, к этому велосипеду. Вот, разместить. Нормально. Отлично. Хорошо. Ну что, Марко... Так, давайте мы накормим нашего Марко все-таки. Он тогда, опытный добытчик, пойдет в следующую ночь у нас на вылазку. Бруно, который хороший повар, он, естественно, не сможет никуда отправиться, поскольку он сильно устал. Но, может, он сможет что-нибудь смастерить. Хотя нет, стоп. Не иди сначала. Сначала давай фильтр. Давай поставь сюда фильтр. Материалы... Так... Что сделать чистую воду? Для этого нужен один фильтр. Ну вот, поставь. А ты... Банд мародеров, рыщущих по городу. Рекомендую запереть дверь и не выходить на улицу. Так, на каком-то языке он балякает. Я не расслышал, но может польский, может еще что. Опытный добытчик Марко у нас сходит, покушает. Ему этой ночью усердно работать. Да ты все скурил, что ты тут жалуешься нам? Господи. Ой, найдутся же такие. Вот теперь хорошо. Вот теперь молодец. Теперь тебе замечательно. На ночь ты готов. На ночь ты у нас готов полностью. А может быть, мы сейчас можем сделать... Давайте-ка сделаем еще одну кровать. Давайте-ка сделаем еще одну кровать. Сделать. И ее ставим, естественно, сюда. Недалеко от предыдущей, другой. А ты у нас... Ты у нас ночью спать будешь. Ночью будешь спать. Вот ты у нас, поскольку устал не сильно, так что ладно. Он, возможно, будет у нас стоять на этом, на страже. Правда, он ранен. Хотя я не знаю. Ночью, по сути, должны прийти еще люди. И тогда что получится... Получится, что ладно, тогда ты просыпайся. А вот ты ложись. А вот ты ложись сюда. У нас же кровати достаточно. Вот, две кровати, один идет добывать. По-моему, неплохо. Радио есть. Самогонный аппарат мы уже сделать не можем. У нас не хватает немного компонентов. Верстак нам не нужен, плита у нас тоже есть. Нам бы еды на эту плиту скорее, чем... Да нам даже мастерить особо-то и нечего. Единственное, что самогонный аппарат, но для этого нужно еще всего лишь два компонента. Я думаю, это не так-то много, согласитесь со мной, да. День шестой, проходит только половина дня, как вы видите, жизнь налаживается, все хорошо тут. У моих героев, у моих молодцов. И давай-ка, что у нас? Ну, просто стоишь, сходи посиди, что ли. Хотя, поднимайся, иди сюда. О, беги, давай, бегун, атлет. Молодец, успел. Ну что, и как бы все, вода собрана. Ну да. И тебе не нужно было даже сюда идти. Ну, присаживайся. Жди, что будет да как. Поскольку для Марка сегодня работа ответственная и очень важная. Угу.
Вот так, все трое. Как вы видите, мы уже сделали немало, даже нам в доме становится нечем заняться. И мы не столько не страдаем от нехватки материалов, а больше. Так, поскольку я сохранил всех своих людей, а насколько я знаю, насколько я читал, они могут в самом начале быть потеряны, их никто не вернет. Трупы, все. Однако я привык осторожничать, я в этих играх никогда не лезу на пролом. Ну, вот такой вот я. Возможно, нету от этого никакого экшена, который, может быть, вы ожидали для того, чтобы смотреть это видео. В плане того, вот, давай отправь его куда-нибудь там, не знаю, на пролом к бандюгам, чтобы он там смог взять что-то самого там лучшего, что есть в этом доме, всякие там лекарства. Я больше осторожничаю, я больше аккуратен. Мне показалось, или он моргнул опять? Это уже Марка. Вот он моргал или нет? Моргал или нет? Моргал. Ну еще раз моргнул. Не моргают! Кошмар. День подходит к концу. И сейчас потихоньку наступает ночь. И куда мы можем добраться? Больничка, она пережила несколько обстрелов. Спатринет, она в одном крыле спасаем жизни, снова говоря, которая не теряет выдержки и не дает это. Много лекарств. Но я думаю, в больничку нам с лекарствами не мешает сходить, правда? А теперь Марко. Он же в идеальном состоянии. Конечно же, он пойдет добывать. Ты у нас будешь все-таки охранять. Следующую ночь будешь спать. А Павло будет спать в кровати. Ну, такая у него судьба. Поскольку все-таки легко раненый Налон вдруг получит тяжелое ранение, и мы его потеряем. А я говорю, я осторожничаю. Приготовить. Ну что? Что мы с собой возьмем? В больнице, возможно, не хватает каких-то этих, и за нормальными лекарствами, которые найдем, таблеточки эти нам пригодятся. Я не знаю. Давайте лопату, чтобы завалы разгребать. Немного сахара, думаю, им тоже не помешает, а мы без него пока нормально живем. Компоненты? Нет, компоненты нам самим нужны. Книжки. Ну, давайте еще две книжки, как бы я без них не сильно это... Я ими еще не пользовался. Так. Ну и думаю, достаточно с собой брать. Хотя давайте для медикаментов можно травы немного взять. Думаю, им должно подойти. Пойдем домой. Ночь, больничка, и наконец, впервые на шестую ночь мы выпустили нашего Марко. Нашего Марко. Кто ты? Ты не врач. Компоненты нам нужны. Так, компоненты. А еще одни. Опа. Ага. Так. И ты кто? Ты не похож на врача. Хорошо, я не буду пытаться дурковать. Но пройти-то мне можно, надеюсь? Угу. Порыскаем по завалам. Кто ты? Ты кто? Что ты за существо такое? Так, еще материалы. Угу, компоненты. Ну и давайте одну доску, как бы для того, чтобы занять слот. Залезем сюда. Здесь что мы найдем? Здесь мы с вами найдем еще компоненты. Так. Лезем сюда. В больничке, ну не знаю, люди такие полудружелюбные, похоже, насколько я вижу сам. Сахар у нас у самих есть, но давайте компоненты снова. Компоненты. Угу. Да, сейчас я все слоты забью, как обычно. Нам можно сюда? А-а-а. Нет, выломать ничего не надо. Все, я ухожу. Все. Опа-на! Все, побежали. Тяжело ранен. Домой.
День седьмой. Наверное, нас снова ограбили, поскольку каждый нечетный день, я замечаю, нас грабит. Но, блин! От самого моего лучшего добытчика у него тяжелое ранение. Эта ночь прошла спокойно, но Марко получил серьезные ранения, а у нас ничего, в общем. И нету. Фу, что бы нам-то сделать, а? Ладно. Я завершаю сегодняшнюю серию. К сожалению, Марко, который в таком отличном состоянии пошел, я просто думал, что нормально, можно к нему зайти, не знаю, поболтать с ним. А он: какого черта ты тут делаешь? Начал стрелять. Нашего Марка тяжело ранили. В общем, как всегда, победители по жизни. Ну что же, с вами был Артём Рейсинг. Надеюсь, вам понравилось. Всем до скорых встреч. Всем пока.